Здравствуйте, добрый день, добрый вечер всем, кто в этот, собственно говоря, вечер слушает и смотрит стримы от virtuspro.org для вас в студии. Сегодня будет работать Овсянников Кирилл, он же Гурки, и сегодня мы будем смотреть Battle City, противостояние между сборными городов Саратова и Новороссийска. Без лишних пауз, поскольку пауз у нас в этом матче уже хватает, и по техническим причинам, и из-за небольшой задержки игроков, мы практически сразу будем приступать к нашей трансляции. Вот разве что только успею вам напомнить составы сборных городов на данный матч. Итак, сборная Новороссийска на игру выставила следующих игроков: Владимир Лепешинский, он же Вен, Владимир Пахилюк, он же Рейвен, Роман Цимлов, он же Erased, Северин Гриценко, он же Северин, Динар Садыков, он же ECS. ECS. Вот такой вот ник у парня. Состав сборной Саратова на игру: Максим Дзебисов, он же Твист, Дмитрий Певцов, он же Мартин, Вячеслав Лютый, он же Бабу, Антон Регуш, он же Латино, и Антон Богачев, он же Слетра. Ну вот, правда, последнего игрока Антона Слетра Богачева я должен поправиться, его все-таки заменит Александр Ларин, он же Оуэн. Оуэн. Именно этот игрок вот заменит своего, так сказать, тиммейта, прибежит со скамейки запасных и просто поможет сборной Саратова в этом матче в трудной ситуации. Не смог с Летра зайти на сервер, какие-то проблемы у него с Counter-Strike, но это не так важно сейчас. Будем смотреть. Итак, через буквально самое непродолжительное время на ваших экранах появится картинка. Если вы хотите посмотреть, как она выглядит, то вот она. Пока у нас ночь, это какой-то ночной вариант карты, но я думаю, скоро-скоро все наладится. Ладно, пока заставочка. Да, рестарты у нас даются, я буквально одну секундочку потрачу на запись ввода. Да, вот и запись у нас пошла, матча между Саратовым и Новороссийском. Итак, давайте все-таки к игре. Вынужден я сегодня подменять наших стримеров. Хотя, конечно, это не моя профильная задача, поэтому уж не обессудьте, дамы и господа. Но, тем не менее, сейчас мы уже наблюдаем пистолеточку. Скор бар правильнее расположить именно так. Новороссийск на Инферно начинает у нас в дефенсе. И, кстати, смотрите, уже один из игроков отваливается. Давайте будем все-таки уже втягиваться потихоньку в игру. ECS и Вен находятся на зелени. Играют они достаточно пассивненько, несмотря на потерю игрока в самом старте. Так, и на Б тоже. На Б, смотрите, Бабу какой у нас лютый. Два минуса дал на одном фланге, на другом. И сейчас уже, ну, сделали вид, во всяком случае, с игроки Саратова, что собираются они на Б план выходить. Но на самом деле, ничуть не бывало, как вы видите, по карте перемещения. Идут на центр, в район зелени. Причем вот это вот удивительно, на самом деле. Зачем атака бежит сейчас на зелени, понимая, что, в принципе, контры находятся в таком достаточно подвешенном состоянии. Находятся они где-то в районе респаунда собственного. Наверное, выгоднее было все-таки бежать на двадцатку. Но, наверное, вот боясь этого игрока в больших песках, который в итоге оказался вообще на планте, они решили сыграть вот по такой дальней траектории, оббежать, так сказать, все опасные зоны. И мы видим, что, в общем-то, все у них срослось как надо. ЕЦС, вот даже не знаю, как назвать этого игрока, если честно. Пускай будет ЕКС, так, наверное, проще будет. ЕКС у нас остался последним, но его забрали игроки Саратова. И в итоге 1-0 они уже ведут. Напомню, что Battle City — это турнир сборных городов в этом сезоне. Ну, формально первом, да, но мы понимаем, что все-таки Чернозем онлайн кап был как бы предтечей вот этого турнира. Так что можно сказать, что это уже второй сезон турнира городов. Мы сейчас наблюдаем квалификацию, то есть, в общем-то, единичный матч Best of 3, и победитель этого матча пройдет дальше во второй квалификационный раунд, а проигравший, ну, как это ни печально, проигравший покинет турнир. Тут уж ничего не поделать, такие строгие законы турнирной соревновательной конкуренции.
Итак, у нас Твист подошел в упор вместе с Овеном, вдвоем, два игрока, но тут с USP Твист, он, конечно, будет как разведчик. А смотрите, даже несколько успов и врывается на ноль, и это, кстати, может боком выйти, поскольку игроки новороссийска дают два отличных минуса. Третий минус, Бабу, конечно, дает разменный, но сейчас, смотрите, 2 в 4, очень опасно для финалистов. Просто непонятно, что на самом деле делать Терам. Они теряют еще одного игрока. Латин остается последним, дает два минуса. Ну, там уж и Цеста как раз под раздачу попал, можно сказать, случайно в этом эпизоде. Но, тем не менее, 1 в 2, Латина 60 хп, вроде бы достаточно. Однако сотые диглы, вот это опасно, то что дигл, ну, сами понимаете, получить в голову от дигла, это уже сразу для Латина будет верной смертью. Тут, в общем-то, без вариантов. Новороссийск все-таки забирает этот раунд. Не смог Латина чекнуть вот эту позицию. В итоге, смотрите, Новороссийск-то у нас, оказывается, берет эко-раунд. 1-1. Так, прошу прощения, буквально на секундочку отвлекусь, выключу Steam, чтобы он нас совсем уже не отвлекал, а то там заходят какие-то люди, Вовкины какие-то, кто это? Отключен от сети. Вот так, замечательно. Итак, возвращаемся мы к нашей карте, к нашей борьбе. Естественно, у контров хорошая закупка. Ну, еще бы. Делали эко-раунд, а тут еще и выиграли неожиданно. В итоге со стороны двадцатки, я так понимаю, ФС забирает двоих. Вот тут хороший, кстати, такой навал от Твиста. Но Твист отличился только одним фрагом. И вообще-то не очень понятно, почему террористы действуют как-то так немножко порознь. Вот сейчас кто-нибудь Твиста бы поддержал, и вполне возможно, что зацепились бы со своими диглами вот эти игроки. Ну, правда, там у Бабу Глок. Но вот Латина-то мог поддержать своего тиммейта по выходу на ребра. А сейчас в итоге по очереди. Такой легкий-легкий конвейер. И ЕСС, и Северин легко разбирают такую, ну, подобие атаки на ребра. Новороссийск уже второй раунд берет. Я, если честно, вот абсолютно могу непредвзято относиться к той и другой команде. Но мне кажется, казалось, во всяком случае, что Саратов должен начинать с позиции силы, поскольку вот как-то опытных и, ну что ли, засвеченных, раскрученных игроков в их составе больше. Ну вот хотя бы, например, тот же самый Вен. Игрок, в принципе, интересный достаточно. У Новороссийска вроде как-то состав такой больше, ну, не могу сказать, что ноунеймовый, но тем не менее. То есть вот как-то не помню я ребят по каким-то серьезным большим турнирам. Сириасус, уверен, что поклонники новороссийского Counter-Strike могут мне возразить, и у них куча будет аргументов, поэтому сразу прошу прощения. Просто вот это такой взгляд со стороны, если позволите. Итак, Erased подает флешку, такая странная флешечка, она хорошо, конечно, используется как моменталка по выходу с двадцатки или с зелени, но сейчас, как вы видите, на ребрах никого нет, лишь два игрока находятся в районе ковров и 20, то есть это у нас Вен и Рейвен как раз находятся. Атака Саратова идет под план Б, у нас один Северин, причем хелпа к нему будет очень долгая, ну и мы помним, конечно, о меньшинстве команды Новороссийска. Очень тяжело, так, прошу прощения, Северин все-таки получил хедшот, долго я на него переключался, без размена, и это фактически верный сейв для контрол, потому что втроем против пятерых, без размена, ну, естественно, соваться не надо. И тут не надо быть командой МТВ или какой-нибудь другой суперстратежной командой, чтобы сообразить, что надо уходить на сейв, и вот эти три гана стараться сохранить для будущих баталий, коих еще будет очень много на этой карте. Все-таки счет 2-1, это самое начало игры. 10 секунд до взрыва бомбы, сейчас она вот уже будет подорвана, а вместе с ней будет подорван и вот тот замечательный плант, за которым сейчас наблюдает Твист. Да, именно так произошло. А смотрите, кстати, Erased, Вен, в это время, пока мы тут наблюдали за скучающим Твистом, они там разобрались, они сделали 3 минуса, не отдали, во-первых, оружие, а во-вторых, действительно повышибали калаши. Все-таки на данном этапе пока у террористов вот... с такими выбитыми ганами, я думаю, экономика будет не самая лучшая. Хотя, конечно, мы помним, что раунд выигрался, и раунд выигрался через взорванную бомбу, то есть это дополнительные денежки, это нормально. 2-2 счет у нас новороссийский. Неплохо сыграл на эко-раунде, но вот уже первую закупку свою
вновь проиграл Саратову. Надо что-то делать игрокам из Новороссийска. Они так немножко сумбурно пока обороняются, на мой взгляд. То есть такие у них подвижные очень позиции. Кинули гранаты сейчас Raven и ECS. А дальше ECS ушел уже на плант, мы за ним наблюдаем. И тут, наверное, имеет смысл на коврах посмотреть за игроком. Да, выход на ковры, Вен немножко теряет хп, но в принципе отнимает столько же, если не больше даже. Тут Вен, можно сказать, что пока играет нормально, вынужден он оставить ковры, уйти в щель, смотреть выход из люльки. И заход будет на центр, поэтому имеет смысл нам за Веном все-таки продолжать наблюдать. Вот вы видите, крадется один игрок, и смотрите, твист, ну видимо торчал, кусочек Вена все-таки торчал. И более того, бабу дает минус, но бабу тут на правах открывающего, он тут в пистолетке отлично отыграл. Сейчас вламывается, смотрим, как он будет играть, смотрите, что делает Рейвен. Рейвен два минуса отлично дает, останавливает, в принципе, вот этот безнадежно протекающий раунд для своей команды, превращает его в какое-то подобие, ну, как минимум, клетча, 2 в 2. Давайте смотреть, эрейст, бомба поставлена. Ой-ой-ой-ой, да. Твист, конечно, там очень удачно играется в ВП, это понятно, но неужели Твист ошибется? Надо сейчас срочно выкидывать калаш и рейзу, но он справился и с Юспом, рядом лежал Ган, и я думаю, было по шансам схватить его в руки резко и продолжить играть именно с ним. Ну и рейз разобрался, он был уверен, что его Усп его же не подведет. Далее он берет АВП, скидывает его своему снайперу, давайте посмотрим, кто у команды из Новороссийска будет играть с АВП. Сейчас мы это узнаем. Пока у нас закидка на центр идет. Ой-ой-ой, тут наловил флешек, Рейвен сам кидал, сам поймал. И в итоге, смотрите, там встречная аркада. Ну не аркада, а такой активный штурм второго медла террористов. И контры, конечно, резко передумали активничать, потому что вот эти все встречные качели не самый лучший расклад для контров. Там все-таки в рандомной ситуации, как мне кажется, больший бонус к атаке имеют террористы. Ну такой немножко старкрафтерский сленг у нас. Продолжаем смотреть. Итак, Бабум минусит он ЕЦС, он в одиночестве против четырех тиммейтов, против четырех противников, конечно же, остается. Ой, ну тут тяжело, конечно, будет сделать, надо по максимуму просто минусит. Но нет, даже одного не сделал после фрага на ЕЦС. И в итоге 4-2, вот так вот, Новороссийск, их преимущество, нельзя сказать, что... стал каким-то супер подавляющим, но тем не менее оно кристаллизовалось в два раунда. У нас, по-моему, такого отрыва еще не было пока что. Но это все начало игры, безусловно. Безусловно, контрам надо копить экономику, работать над ней, терять по минимуму ганов и вообще проводить очень аккуратные здоровские раунды. Тогда можно будет говорить о настоящей контровской доминации на этой карте. Пока мы, видимо, слив на Б-плат, отлично, Северин. Да, и Рейс ему пришел на помощь, когда у Северина закончились патроны. Он по-братски своим спреем помог удержать маленький бомб плейс. И в итоге это уже 5-2. Ну, давайте обратим внимание на промежуточные результаты, коих достигли игроки. В общем-то, отметим только пока то, что Овен, вот эта внезапная замена в стане саратовцев, она идет 0 на 6, этот игрок пока не влился в игру, но, может быть, просто не успел размяться. Ну, а лучшим по статистике является Erased 11 на 2. Ну, действительно, здорово перемещается с Б-планта на А-плант и вовремя хелпует на Б, как мы видели по прошлому раунду. И фраги ему пока удаются. Латина ставит минус на... просто точно в голову убивает Вена. И проход на Б-план будет, ну или, во всяком случае, попытка от Бабу и Латину. Если Латина еще один хедшот такой поставит, то, конечно, будет уже совсем другая история. Кстати, хорошая хаешечка от Северина. Обратили мы внимание, как укоротились красные полосочки у Бабу и у Латина. Но, тем не менее, атака-то будет на А-план, скорее всего. Там уже разведка в виде твиста зашла на двадцатку. И твисту надо аккуратно сработать. В больших песках, по-моему, находится игрок. Да, именно так. Давайте посмотрим за Эрейзер. Ой-ой-ой, он очень неудачно спалился сейчас.
Да, и минусы сделать не смог, хотя ХПшек отнял прилично. Вся надежда на ЕЦС. 3 в 3. 3 в 3. ЕЦС уже, в принципе, свою задачу выполнил. Отлично, Рейвен просто подключился к дефу. И смотрите, как он забирает спину Овена. Овену не суждено. А нет, он сделал один фраг. Прошу прощения. А Мартин остается 1 в 3, его фокусят на коврах, а он уже перебежал, но он слишком медленно это делал. Если бы был, наверное, чуть проворнее, или если бы контры не начали диффузить вот прямо так сходу, может быть и прокатил этот хитрый такой лисий маневр. Но вы видели все на своих экранах. В 6-2 и контры действительно... завладели определенной инициативой. Я бы не назвал эту инициативу на самом деле железобетонной, потому что то и дело отваливаются игроки дефенса у Новороссийска просто без всякого размена. И особенно это касается планта А. Прямо это странно видеть, когда игрок из верной позиции, там где он должен забирать ну как минимум одного игрока, он просто теряет преимущество вот этой внезапной позиции и даже не может никого убить. Это странно на самом деле. Мне кажется, надо надежности добавить Новороссийску, потому что если Саратов нащупает вот эти слабые места на карте, то он просто начнет очень сильно давить туда и удерживать ковры и 20 без хорошего стопера. Это все-таки проблема. Вот сейчас Северин пока справляется, исправляет он ошибку Рейвена, которого из ковров убили. Северин пытается еще выжить и стреляет он сразу с двумя фактически игроками сборной Саратова. Тут хороший быстрый хелп от Ерейза, как всегда, но на этот раз не столь удачный. Впрочем, у Вена шансы остаются. У него, в принципе, 100 хп и у его двух оппонентов в сумме тоже соточка, не больше. Поэтому надо Вену попробовать вытащить этот раунд. Давайте посмотрим, вот одна позиция мы видим. Обидно, он хэдшот не поставил, и тут да. И спрей у него не лег на игрока, на Мартина, Флуэнд. Поэтому был обречен Вен. Ну что ж, бывает и так. Саратов прервал свою серию из этих проигранных раундов. 6-3. Чуть сократилось вот это отставание. Но Саратов, я думаю, не сильно переживает, они чувствуют, что раунды, в принципе, им по силам брать. То есть, вот как раз то, о чем я говорил минуту назад. Есть слабенькие места у Новороссийска, и на эти слабенькие места надо давить. А сейчас мы, в принципе, впервые видим экшен от Вена. Так, где же у нас Вен был? Вен у нас на зелени, контролит зелень. СВП. Давайте посмотрим, как Рейвен обороняется на двадцатке, помогая своему снайперу удерживать проход на 0. Рейвен минусирована. А и Мартин сразу же его разменивает. И тут по инфе все очень здорово. Северин убивает на гетрайте. Игрока отходит. Отходит внутрь планта. Мартин с бомбой решил побегать и поиграть на фраги. Ну, действительно, в принципе, в его ситуации куда-то ломиться, там, в прорыв по коврам, это... ну, смерти подобно, лучше какую-то пользу принести. Тем более, что действительно можно экономику контров расшатать вот такими действиями. Вот сейчас вот он 3 минуса, например, сделает. И контры, конечно, закупятся в следующем раунде, это все понятно, но будут ли они также комфортно себя чувствовать в плане АВП? Вышел, сделал, точнее, попытку на выхода на банан Мартин и немножко потерпел тут от рук Эрейза. И Новороссийск снова берет раунд. Вот этот мы отмечаем момент. 7-3. Счет, я бы сказал, ну, для игры миксовых команд все-таки равный. Атака тут набирает меньше. И это логично, это понятно. Слив по второму мидлу. Кто же у нас там будет принимать? Давайте посмотрим. Наверное, ЕЦС будет принимать, или одним из принимающих он должен стать. Да, ну тут сначала Рейвен подключился, а вот теперь уже ЕЦС. У него как раз тут полный магазин патронов. И этот магазин просится наружу. Да, Рейвен еще одного забирает. 8-3. Такая немножко обманчивая ситуация. Я вот не откажусь от своих слов, что все-таки счет 8-3 за дефенс при игре миксовых команд, это, можно сказать, что равный счет. Однако, вот сколько раз мы видели, что этот 8-3 легко превращается в счет 12-3. И, соответственно, в этом случае террористы явно не могут считать отыгранную сторону хорошей, удавшейся. Это, ну, просто железно. Но в то же время, если, например, будет счет 8-7, то это будет огромный плюс. Ой-ой-ой, как у нас хорошо работает Вен. Уже третий минус мы от него наблюдаем.
С четвертым не фартануло. Два в три остаются, при этом латина просто без хп. А контры все соты. Обратите внимание, синие полоски. Три синих полоски, что бы это ни значило. Мартин опять выходит через яму. Это, видимо, любимый такой трюк, когда игрок остается в меньшинстве на карте и не очень знает, что делать ему там в коврах или на мидле. Он решает идти на Б. Но это на самом деле разумно, на мой взгляд, идти именно на банан в такой ситуации, поскольку там один дефер, и есть шансы его качнуть, остаться 2 в 2, а 2 в 2 на Б-планте раунды более чем берущиеся. Но тем не менее, вы видите, чем все это заканчивается, похоже. Да, Эрейста зелени аж нагрел двух игроков сборной Саратова, заработал для своего города и для своей команды 9-й раунд. Положил он его аккуратно в копилочку, этот 9-й раунд. И обращаем внимание, что вперед у нас еще Рейвен вырвался, 17 на 7 парень идет, по-моему, вполне здорово. Не могу назвать его фраги такими же полезными, как у Рейза, но, впрочем, при таком количестве можно и... Ой-ой-ой, просматриваем и такой экшен, и прошу прощения у наших зрителей, просто очень динамичный момент был. Не обратил я внимания, что игроки сборной Саратова бегут на банан, и вы видели, что все закончилось буквально за 2 секунды. И опять же, Рейс, кстати, Рейс сделал, давайте посмотрим, сколько же он в этом раунде сделал. Раз, два, три, четыре. Я так понимаю, минус 5 он все-таки сделал. Может быть, это кусочки предыдущего раунда. Ладно, не так-то важно. Будем отвлекаться. 10-3. Мартин воюет, не может он своего тиммейта прикрыть. Овена видно, что игра не идет. Вот сейчас ему очень неприятную хэшечку закинули. Всего лишь 9 health point, а у Овена. Это большая-большая проблема. Попробовали контры немножко поджать террористов. В принципе, не могу сказать, что этот трюк сработал сейчас, потому что, ну, Овена, да, накалели, но в то же время потеряли одного игрока, и сейчас им надо будет в меньшинстве обороняться против террористов. 5-4 это все-таки существенное преимущество, учитывая то, что, ну, как минимум, Саратов, например, может перетянуться на Б-план, там, где находится всего лишь один игрок. И одному Вену в одиночестве, ну, просто будет нереально тяжело что-то сделать. Хотя мы видим, что у Томса ВП пока справляется, идет накидка флешки, и будет еще один выход. Смотрим, как играет Вен. Видел он террориста, но решает сыграть безопасно, уходит. Да, и атаки, похоже, на Б-план все-таки не будет. На ребра проходят два игрока. Латина ставит хороший минус на зелени. Накидка дымов. И в коврах надо забирать еще одного игрока, атакующий в стороне. Да, и вот теперь Вен остался отрезан на Б-планте. Инфа по нему есть. Он, в общем-то, достаточно быстро хелпует. Ну, быстро, насколько он мог хелпануть. Это понятно. Но вот идея тащить раунд при такой ситуации. 1 в 3. Ну, это... Это странно, как минимум. Хотя, с другой стороны, остался последний раунд, и закупка наверняка у контров будет любая. Там хоть все АВП возьмут при желании. У нас 10-4 счет, последний раунд первого тайма. Это первая карта. Будет непременно вторая. И при некоторых раскладах может случиться и третья карта, как вы понимаете. Поэтому далеко не уходите. Зовите друзей, будем вместе смотреть за этим противостоянием. Пассивный холл в коврах. Тут все очень аккуратно. Наученные опытом игроки Саратова стараются играть сверхнадежно. Но вот сейчас, по-моему, сильно растягивается. Во-первых, Бабу в коврах без размена. То есть, если вдруг что-то с ним произойдет, тиммейты его поддержать вряд ли смогут. И Мартина в центре тоже, конечно, позиция такая, знаете, залетает одна флешка, врывается кольт или фамас какой-нибудь, и в итоге в меньшинстве уже террористы будут. Но похоже, что это Б-плант. У Эрейзда есть отличная возможность принять. Он тут, конечно, в одиночестве, но он такие немножко демонстрирует способности ванги. Накидывает дымы, накидывает флешки, всячески останавливает. Видели, как грамотно он смотрел дым. Отлично, все-таки попадает Рейс. По-моему, поймал флешку. Мартин проходит на плант или не проходит. Да, Мартин-то все-таки прошел, но там очень много дэмэджа потерпел Бабу. У него 11 хп, и вы видели, Рейвен просто в прыжке практически его забирает. Ой-ой-ой, Мартин тут, конечно, со спреем переборщил явно. 1 в 3 остается твист. У него дигл. И да, все, на этом заканчивается.
И в итоге счет становится 11-4 в пользу команды Новороссийска. Хороший счет для этих ребят. Безусловно, счет 11-4 это то, что надо. В принципе, конечно, не буду капитаном очевидностью, но все-таки скажу эту капитанскую мысль, что взятая пистолетка для Новороссийска это огромный шажище, это прыжок к тому, чтобы вытащить первую карту. Ну, не знаю, в определенном смысле это может стать сенсацией, но... Знаете, это все эти разговоры там... о том, какая сборная лучше, какая хуже, это все-таки не прохладные темы. Но мы видим, что неаккуратно Саратов пока поджимает. Впрочем, Оуэн, который молчал практически всю атакующую половину, сейчас делает два фрага. Правда, сразу же на эти два фрага отвечает Вен. Вен, вот, пожалуй, один из самых ярких тоже игроков в составе сборной Новороссийска. А... Что же? Да. ЕЦС убивает Бабу. И случилось то, о чем мы говорили. Новороссийск берет пистолетку. У него отличные варианты на то, чтобы взять еще несколько раундов, поскольку у контров будет долгий-долгий такой экономический период, тяжелый экономический период. Правда, вот я сейчас наблюдаю, что практически не закупились игроки контров, а это значит, что вполне вероятно у них будет все-таки один эко-раунд и один плохой бай. Закинуты хаешки, один фраг сделан, это значит, что террористы смогут продолжить бой на планке Б, и не надо никуда там особо убегать. Хороший, в принципе, навал такой получился на плантик. 13-й раунд для Новороссийска, и вот сейчас должны взяться контры. Иначе зачем они экономили в прошлом? Да, именно так, ФАМАСы, я вижу даже диффузами, кто-то решил разжиться, а диффузы, а вот в такой экономической ситуации, это не просто $200, это драгоценность, это минус одна флешка. Вот тут такое легкое повторение, закидывается ХАЕ на гетрайта, Бабу обозначает, что есть ФАМАСы у контролов, но я не думаю, что это сюрприз на самом деле для атакующей команды. Новороссийские игроки у нас вламываются через 20. Да, вот они уже готовы вломиться на 20-ку. Давайте за эрейзом все-таки будем наблюдать, включая лолхак. Северин, на планте много, на планте один. И еще там на маленьких песках есть игрок. Он уходит к зелени, поскольку он сделал минус. Но мне кажется, ему сильно далеко не дадут уйти. Да, его сразу же разменивают. Хотя Латин, надо сказать, отыграл классно. Но за счет активности сделал один фраг дополнительный, который, в общем-то, из логики того момента, наверное, не следовал. 4-14. Ну, вот сейчас, естественно, уже у Саратова нет мысли о том, как выиграть эту карту. Я думаю, морально уже игроки, представители данного города должны готовиться ко второй карте и думать, как же им на второй-то попробовать камбэк сделать. А тут практически все уже решено, на мой взгляд. Ну, естественно... Не будем забегать вперед, всякие случаи бывали в истории у мирового Counter-Strike, всякие случаи бывали на конкретно вот этом турнире, поэтому, знаете, вот, например, Оуэн, который врывается и дает зигла, это как знак, может быть, для контров, как знак того, что можно играть, можно и нужно зацепиться за данный матч, за данный сет. Ох, какую флешку ловит Бабу, это просто что-то. И очень сильно накалились прострелы. Единственная возможность у Бабы действительно ворваться и вот так вот просто забрать. Фактически сейчас свои 4 хп Бабу отработает, похоже, на 1000000%. Его не забирает хаешка, и это здорово. Я думаю, есть повод для радости у Бабу. Пытка Бабу сыграть на него. Ой, как долго жил Бабу на самом деле. Он тут молодец, он в этой ситуации. Понятно, что не обошлось без везения, но тем не менее сам игрок сделал все для того, чтобы выжить. И это абсолютно правильно. Сейчас есть шанс у его команды потащить эко-раунд во многом за счет действия именно Бабу. Здорово. Перетяжка Северина и Вена на 0. Это такая, знаете, серьезная тоже заявка на взятый раунд. Все-таки, если с зеленью не справится. Там на зелени у нас играет Твист, у него 100 хп, у него Дигл. Он накинул хорошие флешки, но проблема в том, что он вполне
осознанно не вышел под эти флешки, может быть зря. Северин дает минус, разбирается Вен с Мартином, ну и Северин завершает этот раунд метким выстрелом, попадает он в Овена, который был красненький. Ну что, это 15-й раунд для Новороссийска. 4-15, вот такой счет. Если честно, я не думал, не гадал, что вот так вот все произойдет в этой игре. Это немножко странно, на мой взгляд. Ну ладно, будем смотреть дальше. Овен. Так, где же у нас там террористы-то? Террористы в основном в яме, а на основном в метле. Сейчас будет перетяжка под бэкплант. И, кстати, у Латино позиция такая очень рискованная. Ему тут либо надо очень здорово сейчас отличиться бёрстами, либо он просто скуксится. Но пока бёрст мы видели в исполнении, причем забрал АВП, неплохо так разменялся. Но даже не разменялся, он еще поживет. 8 хп, извините, 8 человек еще можно убить на такое количество хп. И в жестком меньшинстве террористы. Просто в жестком меньшинстве. 3, причем Рейвен практически каленый. Северный рейд чуть больше, чем 50 хп. Там по 70, видимо, в районе 70. Да, 69 и рейд, и 63 Северин. Выход на Мартина будет похоже. Ситуация читаемая для контров, тем более они в полном составе. Ну, я не думаю, что какие-то проблемы будут. Давайте смотреть. Мартин накидывает флешку. Кто-то мог уже пройти в отросток. Хороший минус от... Ой-ой-ой-ой-ой, и третий. Нет, третьего не было. И как раз тот самый хэповый Рейвен остался в живых, но ненадолго. Отметим этот факт тот же. Латина ставит точку, берет АВП, скидывает одному из снайперов своей команды. А в роли снайпера у нас выступает Твист, насколько я понимаю. Он сейчас должен схватить вот эту зеленую пушку. Так, не добавили мы раунд саратовчанам. Ну, вот, пожалуйста. Сборная Саратова 5 раундов. Маловато, естественно. Но опять же, мне кажется, важнее тут не гнаться за какими-то супер камбэками пока, потому что пока объективно, будем честными, этими камбэками не пахнет. А тут речь идет о том, чтобы сберечь максимальное количество нервных клеток и постараться как минимум эту карту отыграть спокойно. Без машины, без выяснения отношений. Это, наверное, такое золотое правило, которое действует во всех матчах. И я думаю, этот матч не исключение. Пока хороший фраг от Эрейза мы наблюдали, но мы наблюдали его скорее от лица Вена, который с диглом так любезно уступил своему тиммейту. А вот сейчас, кстати, разжился снайпер АВП. Вот так вот неожиданно он нашел. Ой, как не попадает-то? Вен должен был попадать в этой ситуации, но очень переживал, видимо, за бомбу и переживал от того, что его тиммейт тут уже отвалился на планте Б. Ну, давайте смотреть, как Вензер разыграет свое ОП. Там Мартин уже напекает. Ну, нет, контры, конечно, хорошо контролируют все. И вот этот вопрос, вот этого вейпера надо решить. А они решать будут его, конечно, обилием флешек и обилием хаешек. Мартин просто Джордан. Была закинута великолепная граната. Кстати, Мартина я хвалю по его игре за контрол. Действительно, очень грамотно пока делает этот игрок сборной Саратова. Хвалят причем собственные игроки Мартина. Говорят, молодец. Ну, действительно, себя сам не похвалишь. Может случиться такая ситуация, что и никто не похвалит. А жди от них, от соперников, любезности. 6-15. Такой счет у нас на первой карте. Один раунд всего лишь надо взять Новороссийску для того, чтобы первый сет подтащить в свою пользу. Естественно, камбэком пока не пахнет, но, знаете, раунда через 3 им запахнет. Так, немножечко, но, тем не менее, уже начнет так, запах идти, скажем так. Главное, чтобы этот запах был не трупный. ИЦС, кстати, дает, опять же, разменный минус. В атаке он один из самых успешных для своей команды, хотя пока все тяжеловато идет для террористов вот в этом раунде. Хотя нет, впрочем, 4 в 3, естественно, ситуация более чем играбельная. Проблема в том, что контры близко друг к другу, и они тут действительно могут очень хороших фрагов наделать. Но мы, однако, видели, что хорошие флешки решили практически этот эпизод. Оба контра, насколько я понимаю, пребывали в таком молоке, купались из-за флеш-эффекта. И в итоге это взят раунд за.
Новороссийском, это 16-й раунд.